Какой союз мы не одобрим? Мы не одобрим, если у ее спутника будет много М выше 100%. Вот это мы не одобрим. Потому что проценты должны быть одинаково в обе стороны. Или меньше 100, или больше 100. У обоих, чтобы в одну сторону было. Пусть не гармоничные, но в одинаковую сторону не гармоничные. У нее есть немножко, но М есть. А когда у женщины есть М, мы целое занятие, помните, этим занимались? Она склонна командовать и руководить. Командовать и руководить. Это примет мужчина с Ж, но это не примет мужчина, чтобы им командовали, у которого у самого много М. Он это не примет, чтобы им она командовала. И начнутся конфликты, потому что он хочет командовать, и она хочет командовать.